Здравствуйте, ребят. Мы закончили наш 49-й дом по счету. Дом находится на Старой Почте. Мы делали огромный витраж, стыковали его эркером, трубами железными. Как это все было, я вам покажу вкратце видео. И как я и обещал вам, маленький секрет от нашей компании «Профмонтаж», что мы делаем, что мы используем при монтаже вот таких витражей. При монтаже обязательно вот такой витраж, при монтаже трубы эркера нужно использовать закладные трубы. Вот такие штуки мы их сами тут изготавливаем, потому что заказывать в Германии они дорогие, мы их тут сами делаем. Сейчас покажу их, куда нужно ставить. Внутри тут есть железная труба. И закладная ставится внутрь трубы и вшурупывается саморезами. Закладная вшурупывается в бетон. Сейчас мы с внутренней стороны покажем. Это обязательно, потому что чтобы эркер он стоял намертво, чтобы он не двигался. С внутренней части вот как она выглядит, эта закладная труба. Она внутри и крепится вот двумя болтами в пол. Внутри пластиковой трубы железная труба. Тут мы не заделали, объясню почему, внизу. Тут мы заказали у ребят у фасадчиков термоизоляционную пленку. Они нам обещали к концу недели ее сделать. И мы этой термоизоляционной пленкой используем внизу. По периметру, несмотря на пленку, которую мы использовали по периметру, ее использовать при стяжке нежелательно. И поэтому. Так что при монтаже вот таких больших конструкций, высоких, обязательно используйте. Их нетрудно сделать. Закладные из труб. Потому что по статике это так должно выглядеть, чтобы все было хорошо, стояло намертво. ПВХ нужно использовать закладные трубы. Все, ребят, до свидания, до новых встреч. Покажем уже в Кагуле, на следующем доме, который у нас по счету. Как и там происходит монтаж. И еще один секрет от нашей компании.